Всем здравствуйте, друзья, сегодня у меня OnePlus. Не знаю, что за модель. Позже выложу в описании. Как бы кодового названия телефона нету. Тупо написано OnePlus. Значок бренда. Он так рано ушел в 46. Дисплей потухший. Телефон включается, его поставил на зарядку, подзарядил. Тогда, то, что он создал лигу силового экстрима, PLSE, такая компания была, Stronger. И то, что он объединил многих спортсменов, с пауэрлифтингом, с бодибилдингом, из сильных спортсменов в эту лигу, создал свои шоу, которые слабовато разогрел, градусов до 80, наверное. Подогреем феном. Тут что-то непонятное, не знаю, как эта ерунда снимается. Может, пару раз разбирал такие телефоны. Так, ну шлифов здесь не должно быть. Отпечатка не вижу. Скорее всего, фейс. Да. Сняли крышку. Это к тому, что, друзья, я вам говорю, вам, смотрите этот ролик. Это к тому, что говорят, что культуристы не сильные. Никому не верите. Мы культуристы еще не сильные. Телефон включенный, чувствую. Я ребята рвал, которые там реагируют на касание. За 250 там по 250 живут. Не просто мы как рвали настоящих. Так, дисплейный модуль. Вообще не знаю, сколько он стоит. Подозреваю, что дороговатый. Так же, как и телефон. Смотрим, где у нас разъем. Вот так у нас стоит модуль. Сюда он пристегивается. Полагаю, нижнюю часть снимать не надо. Шлейф у нас проходит под батареей, значит, снять надо будет батарею. Кручиваем винты. Вот
повернуть все обратно, у меня предрасположены генетические сварикозы, и у отца и у матери если бы я бы не будил бы, во-первых, я бы добился бы, я думаю, что бы не более высоких результатов. Винты все одинаковые вроде. Так, вот у нас разъем дисплейного модуля. Интересные красные прокладки. Посмотрите, водоотталкивающие походу. Это у нас антенный кабель. Батарея. Так, давайте подстегнем. Включаем аппарат. Оп. Что-то у нас здесь какой-то брак, походу. Или это задумка такая? Да, дисплей косячный. Отправлю обратно. Давайте попробуем еще раз. Отстегиваем. Пристегиваем еще раз, включаем. Нет. Косячный дисплей прислали. Сейчас я сфотографирую, чтобы клиенту отправить. Ну, друзья, тогда до новых встреч. Я отправлю обратно дисплей. Пусть возвращают его на базу. Будем ждать следующего. Вот так интересно было бы. Серьезная сборка телефона. Отстегнем батарею. Пусть пока полежит. Итак, друзья, до новых встреч. Надеюсь, на следующей неделе продолжим. Всем спасибо. Прошло 2 недели. Прислали мне дисплей. Я его уже попробовал, конечно же. Все работает. Сейчас я его подключу еще раз. Там уже растерялись, походу, все винты, которые... Ну, не все, но я думаю, чего-нибудь дохватать не будет. Пристегиваем батарею. Оп. Появилась здоровая картинка, без брака. OnePlus. Android. А что это за модель? Я не знаю.
Так, код у нас, по-моему, отсутствует. Да, код отсутствует. Проверить сможем только по... по циферблату. Хотелось бы, конечно, увидеть картинку. Качество дисплея. Ладно, давайте его поставим. Судя по всему, он рабочий. Включаем аппарат. Включаем батарею. Шлейф дисплейный. Так, он у нас идет под батареей, отсюда не выходит, судя по всему, выходит откуда-то отсюда, значит, нижний модуль снимать не придется. Давайте попробуем вытянуть батарею, не нагревая дисплей и не касаясь камеры пальцами, чтобы не отпечатать, не оставлять отпечатки. О. Вроде пошла. Да. Ну, пожалуйста, извлекли батарею. Очень даже экономично, не перегревая лишний раз ее. Давайте попробуем ее сохранить. Я имею в виду этот самый пластик. Если получится. Сейчас попробуем. Ставим на сепаратор для того, чтобы извлечь дисплейный модуль. Вот у него шлейф. Поэтому... одну часть отклеим. Извлечем дисплейный модуль и наклеим его обратно. Короче, ставлю на сепаратор. Он у меня уже нагрет. Так. Так, нагреваем модуль. Я пока ставлю на паузу и там за кадром попытаюсь найти все-таки модель телефона, какая она у нас. В меню понятно, что она есть, но у нас нету кода.
снимаем пластик. Лучше ставить без пластика. После того, как все подсохнет, и обрежем возможные подсохший клей, тогда уже можно будет налепить обратно пластик. С пластиком мне очень удобно контролировать. Поэтому здесь будем наносить клей. Как видите, периметр достаточно тонкие рамки. Будем наносить клей, скорее всего, на дисплей. Это будет, наверное, черный B7000. Считаю, что черный дисплей, темная рамка. Итак, друзья, забираем дисплейный модуль. Очень горячий, прям нагрелся он у меня. Прям я его перегрел, в руки взять невозможно. Зато чисто сняли, без остатков каких бы то ни было, не было. Итак, здесь у нас, ну вот она, решетка, защита верхнего динамика. Она осталась на месте. Тоже очень тонкая и очень длинная. Вот ее длина. Здесь, судя по всему, все просто. Ничего переносить не надо. Оригинальный дисплей. Прям один в один, нет сомнений. Даже маркировка. Итак, наносим клей. Будем наносить T7000. Вот отверстие датчика приближения. Даже если вы его заклеите, друзья, то ничего не случится. Я имею в виду, не будет никаких неадекватных отключений. Тут мне писали в комментариях, я читал. Лучше, наверное, не заклеивать, тем более клей черный. Но если прозрачным заклеите, то точно никаких проблем не будет. Не знаю, у меня никогда ничего такого не было. Ставим модуль.
Вон, видите, да, пару капель вылезло. Это мы все обрежем. Он сейчас размажется. Итак, пристегиваем дисплейный модуль. Ставим обратно клеенку, батарея немного деформировалась, когда мы снимали, поэтому выпрямим ее и поставим на место. Пристегиваем разъемы. Так, ставим верхний модуль. Благо винты у нас, помнится мне, были все одинаковые, поэтому здесь путаницы не должно быть. По-любому я бы уже не вспомнил, куда какой прикручивается. Пришлось бы смотреть тот отрывок, который я записал. К моему удивлению, все винты на месте. Обычно, когда на такой срок оставляешь разобранный аппарат, всегда что-то теряется. Включаем телефон. Так, крышку лепим тоже на B7, на этот самый, на тот же клей, это T7000. Ставим на 6 зажимов для равномерности. Тут, в общем-то, не особо повылазило, он чуть-чуть есть.
очень хорошо сел, нет никаких зазубрин, тут ничего не осталось, практически не видно, что меняли дисплей, крышка тоже. Да, жалко, что нет кода, хотелось бы посмотреть меню. Вызов, экстренный звонок. Ну, все нормально. Всем спасибо за внимание, друзья. Я Дов. Это был очередной ролик по замене дисплейного модуля. По возможности буду выкладывать что-нибудь поинтереснее. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал. Жду комментарии. Всем спасибо.